Рассказываю по памяти. У зеленых БМП вторая, по-моему, с порезанным БК, насколько помню. Есть стингер для сбития вертушки с двумя, по-моему, с двумя или с А одним где зуром. стингер? Точно не У помню. кого-то или он Стингер в в ящике? ящике. Есть О, все, я забираю, я у забил. атаки есть Урал, есть Шоп. УАЗ на ШКМ. У обороны есть РПГ-ха 7 для выбивания бэхи. Оборона не может выйти, пока мишка в районе замка не пролетит и не сработает триггер на открывание. То есть у вас Короче, никогда не сработает. А триггер, какой если там мишка над замком не пролетает. Радиус какой? Прям над самим замком? Радиус, по-моему, метров 300, да, где-то 300 метров, то есть у вас... Все, вертушка в 300 метров не влетает, зависни и стреляй по ним. Если вертушка пролетает, у вас справа высвечивается триггер, что вы можете выходить из этого самого. У вас миссия выключается при убийстве той или иной стороны до одного человека. У обороны... Возможно, там есть один персонаж, в котором не сменена рация, это как вариант. Я, честно говоря, не помню, скорее всего, до сих пор его не пофиксил. И у обороны две мишки 24. Пока будем лететь, будем обсуждать это. Скреби по Мы оборона? Да, мы оборона. По поводу мишек и обороны в триггере, возможно, рация не совпадает, возможно, потому что было... Частоты напишите. Да, вы частоты просто напишите, и либо общайтесь через метку на карте, вертолет там кто-то. Окей. Так, видно справа. Левый контур, плюс минус, там метик, выключишь себе, там, дальше. Значит, подвязать и можно с тобой. Ага. Это вот все изменил, или что-то какое-то есть? Комбинар сейса. Ну, в принципе, пока нормально, пока тебе достаточно. Рад, здесь понял, как открывать, но число. Да. Что другого вылечить, так надо? Контрол. Нет, Windows только. Ага, кстати, понял. Взаимодействие с другими людьми просто в Windows. Ага, все понял, спасибо. Да, следующий квест. У меня, блин, уже третий. Так, ну чё, давайте пешочком дальше пойдем, тут что-то как-то уже стрёмно. Ну где вообще, Паша? Сейчас дам пример номер. Вон там замок не хватит. А кто с курсом сидел? Короче, примерно в районе метки 177 частоты. Понял. Ты уже не слышала? Да, могли слышать. А спитер? Спитер. Я мет поставил, я с другой стороны. Ну, ты что-нибудь сделаю. Сейчас я чуть ближе подъеду, начну по ним стрелять. Все, я вот замок сейчас уже наблюдаю, как здесь буду. А вторая группа пулеметчик где? У вас, вы где? А, я вижу их, вон они едут. Так, всё, предаю замок, куда ехать? Налево. Налево бери, налево по дороге. Да можешь в куру наверх заехать, увидишь замок. Налево. Сверху, кстати, сейчас снайпер может работать, он даже не включил. А нас есть там тихо? Не знаю, может быть. Так, я там одну башку сломал, у них самую высокую на базе. Ты из Питера до башни пока поломал, как это? Может, мы марш пошел? Я побежал. Ракета лежит. Или нам хана от вертолета. Брок, ты где? Я Паша. Учтите, у них, по-моему, растяжки есть. Да, есть. Я первый не заходу. Переключитесь на шепот, все, кто идет сейчас на поле. Зачем? Ага.
Может, гранат какие-нибудь сначала? Назад она откинула, отбегите, отбегите, не туда, не бегите. Хороший гранат. Ай-яй-яй, зенит, зенит. Че, не полетели? Не, зенит не попал. А. А он жив! Зенита не убили. Что-то он долго лежал. Я не убил, у нас этот самый, у нас затус в текстуры упал. Нормально. Стреляла Бэха, короче, и обвалились на него текстуры. Там появились текстуры, и он в текстурах остался. Понятно. А я вхожу, смотрю, хлопцы ходят. Че, конзу вылетел? Не знаю, сейчас. Он черепашка, что ли? По нему стреляют. Вертолет сбили. Сбили, да? Спитер, вертолет сбили. Не сбили, не сбили. Он на этих самых летит. Он ловушки успел откинуть. Угу. Звуки какие-то от него странные. О, сейчас своих будет, по-моему, мочить. Горцу с этим самым супом офигенно. Горцу на сезонку жопал. Баба, и упал. Прям бридозардом, кстати. Роу, парни. Привет. То есть сбился таки, да? Азар, там суп у тебя. Ты что, не видишь, что ли? Нет, какое-то говно. Почему-то, когда стрелок меняет вооружение, у меня почему-то меняется виды ловушек. Я поставил на таймер, стрелок меняет оружие, у меня ставится очередь. А кто-то из вертолета выпрыгнул, я так понял? Да, да, да. Номка выпрыгнул. Фига себе он дает. А как он вышел? Он на парашюте спрыгнул. Он на парашюте спрыгнул. Понятно.
А зачем мне свои убили? Тебя не свои убили. Я знаю, я вот сейчас буду гладить, но наши ГЦП какие-то поставили на ТЗ 23. А что это такое? Ты только что убежал тут от первого? Чё я не знаю, слышишь? Азар! У тебя минимальный дизайн 30. Ну нет, меньше, по-моему. Ну мы не знали, 30. Получается. Да, Паша, мне надо все-таки в этом замке. В городе, короче, с супом другая рация все-таки была. Да. Они вдвоем между собой там общались. Ой, прокурор. Ну чё, они вон фрагают. А, Гева, я говорю, прокурор. Это СПН. СПН. Так вот Гор сейчас доваляется без саманки и умрет. Потому что от Лара выжить такое себе. Смотри, сколько он бомбить будет этот вертолет? Да что? Вертолет бомбит сколько? А у него ничего не слышно. А на Windows нажми, он здесь работает приглушение. Помогает. Помогает. А, все. Тоже гранат кинул случайно, да? Город затек его. О, что так ракета с воздуха, я точно был не готов. А давайте за то, что в текстурках съесть забанил. Тоже погиб. Дутуза упала башня, ничего сделать не может. Сидит текстура, все. А что, я ему говорю убиться, он говорит, а я не могу, у меня не получается. Он уже пытается вылезти оттуда и все. У него не получается. А что, нахрена этот вертолет нужен? А он, он должен бэху выносить, у него птуры есть. Это наш вертолет? Да. Я его выбил, да. Что ли, подстрелил? Ты его сбил, да. Это стиммер. А вы, он, кстати, пробовал через Ctrl-V вылезти? Еще бы чуть-чуть, и мы бы его уничтожили, ПМП. Если бы вертолет тут как тут. Паша. Да-да. Ты тоже кинул случайно гранату? Я кинул, она от стенки отскочила, от невидимой текстурки, и обратно. Не знаю, я успел выйти, если бы этот самый, у меня пролага не было, я бы еще забрал бы парочку. Не, вообще, Дутуз может вылезти, потому что я помню миссию катакомбы. Он пытается, как я на кочегар это вы. Ну тут не кинул, понимаешь, он не понимает. А, вот сейчас, короче, ситуация как с кочегаром будет. Зенит не понимает, что происходит. Он тоже в текстуру зашел. А не, Дутуза чё, его это? Он стоял там в тот момент, когда обстреляли руку. Да, 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 да. Но самый прикол в том, что Дутуз их всех видит, а они Дутуза не. А он выйти не может. Дутуз максимум может. Он совсем взорвет. Ну, а куда он убежал? Он еще дальше убежал. Он забежал в замок, неплохо. Ну он. У Зенита там шок-контент будет. С под него где-то стреляет. Да он боится, не понимает, что происходит. Залез куда-то. Из Питер, блин, на своей бейке нет. Я ждал, что бета подъезжали где-то. Все, Гео уехал. Вниз. Нет, Питер стоит там. Нет, Гео жив. Ну, да, ну. О, Зенит тоже. А, нет, нет. Показалось, сливость, блядь. Здесь, по-моему, сетчелом только можно Дутуза. Дутуза, да, взорвать его, потому что по-другому никак. Он говорит, я пробовал, меня не убивает. Спитер уезжает домой. Сейчас Гонза зайдет. Блин, если бы не санные ловушки, я бы, думаю, выкинул бы ловушки. Не, ну Стингер, ты знаешь, как работает. Как в ловушке, так и в трешке он работает по поводу Стингера и ловушки. Ну, на ловушке Ним по барабану. Может иглу выдать или что-нибудь типа? А ты думаешь, с иглой не будет уже сам? Там пилинкалки нету, то есть там на мишке вот этих сделано как? Когда уже пуск пошел, она только орёт, с какой стороны по тебе уже летит. Не, даже не было. Не было. Я визуально ее сам. А ты радио, там нет, там радио нужно включить, которое. Не, радио включено. Радио. Все включено. Это кто там стоит? Дутуз. Дутуз? Кого? Ну, в Зенита, он же через текстуры, по идее, видит. Он, по идее, всех видит. Читерок. Ну тут хорошая позиция на мотилу, то есть над входом. То есть ты залез и сидишь себе. Слезь, правда, с нее падаешь на бессонарку, когда сладишь. Ах, по супу, прям как это. Птуром? Ну да, он с птура, походу. У спитера, видно, эти кончились как-то. Фугас. У него пулемет только остался, да. Пулемет. А да, ты как он? А Азарт, ты супа не видел, что ли? Я смотрю на него, я думал, что этот сломит. О, Друз умер, Друз умер. Ты наконец-то умер, да? Я ничего, я гранат кидаю, она уже взрывается под ногами первая, я такой, не понял.
А, Паша, я понял, почему Мишка так жестко взрывалась. Там еще УАЗик под машиной. БК, БК. Ну, слушай, ты через Ctrl-V пробовал? УАЗик живой, я через вообще он не тронутый. УАЗик это только что Гонза довел, его, и его этот спитер добил, да. А кто это там бегал по мне? Зенит. А ты стреляешь, а он не понимает. Я в шоке был, потому что на меня упал вертолет, и я смотрю, суп там бегает. Ну, ох, ты что, суп почти попал, слушай, попал да. Прям этот самый. Попал в башню. Он попал, да. Что вы поняли, я мог из-под этих текстур кидать гранаты. Я ее это беру на взвод боевой. Дирошип G. Кидаю, она не долетает ко мне, брат-то падает. Я хотел к нему метнуть, и не получилось. А с Зенит с Питером не общается, я так понял? Кто бы здесь спитер мог навести на суп, он же, наверное, видел его. Ну, суп видел, суп только что попал по спитеру, и спитер отъехал. Ну, я понял, просто пуск-то был известно, да. Ну да, но видишь, он не пробил пуск. Вот это вот. Да, Дудс, вот это ты лох, конечно. Так лоб, начал бэхо работать, а я там окопы копал, короче, в углу. Докопался. Копаю, чё и чё-то не то, чё-то я не могу ходить нормально. Ну всё, забанить, значит. Ладно. За багаюс. Ну, хотя за оскорбление. Когда? Сейчас. Ладно, запись есть. Что? Где? Компьютер. Прямая запись ведется. Угу. А, у него даже прямая есть. Ну. Надо будет добавить сюда этот просто черно-белый ночник. Не зеленый ночник. А, типа теплак. Ну, в спектатор. Так он есть. Еще раз я нажму. Нет, это теплак. Ну. А я имею в виду просто как в Армии 2. Помнишь, есть там режим, даже... просто черно-белый режим. Я понял. Ну, 3 к 3, я не знаю, что, может, сейчас супы убьют. Еще да по... суп там окопался. Тебя... Ну, он не окопался, он сидит, оборону держит. А Дегорс что ливнул? А Дегорса убило, его... там собрание у них через 20 минут просто. А. Суп сейчас тоже попался. Ну, там отрядные собрания, командные отряды. И там какие-то вопросы их решают. Все, на А3 переходим. Либо А3, либо А2 там что-то решается. Переходим на А2. Что там, так сетушников все не идем? Да, я пойду, я ж миссию еще Лейдену должен скинуть. Ой, опять работать не будет. Да, это здесь забивай. У супа что ли? А вот там в сету игры. В 9, по-моему, в Москве. Я ему, Паша, аэропорт сделал, который на 36 рыл, который никогда не игрался. Но только он сейчас будет на 66 человек. Без ПТРД? Без ПТРД, да. А какой онлайн? Ну, это неинтересно. А что? Онлайн 67 человек. Дур, а что вот башню, которую сейчас только тур проделал, а что у нее текстурка сверху сломана? Ну, потому что она внутрь вон заломалась, лол. Лол, так что она растянулась? Не знаю. Багнутая текстурка. Багнутая текстурка. А, так на всех башнях. Это самый масонский треугольник. Нет, это из Хоббита. Это вот только Саурон. Да-да-да, Саурон. Зенит слепой. Ну, пообщаетесь вы, я не знаю, спитер, Зенит. Что-то идет бэхло убивать, что-то ходят вокруг, там, нюхают. Ты его видно отсюда, от его лица даже. Да Зенита просто испугали внутри, то, чтобы на текстуру стоял. Ты что, Дутус? Нет, Дутус поставил. Да, и он теперь боится заходить внутрь опять. Он же уже был внутри. Блин, вы это не додумались взять, да, там? Рюкзаки, ой, поэтому... Их, я выкинул, кстати, по НВ, у меня было... Тихо, НВ, у меня тоже самое. Я никогда выкинул. Не выбрасываю. Вот Зенит слепой. Ну басы. Ну басы, да? Тупо ну басы. Гонза тоже выкинул. Ну, ой, хана, спитер, пиши спитеру, быстро. Чё мне ехать? А чё там? Спитер гонит. А, на РПГ летит? На эту... Да-да-да, у него сейчас тандемка, у него тандемка? Да, сейчас тандемка ему как бахнет в бочину. В лоб. Сейчас тандемка прилетит в эту птиксурку. Ой, фару еще включил. Когда светится? На! А, не попал! Нет, он попал. Оно станковало, оно сейчас дымится, по идее, начнет. Ну, либо сейчас Питер начнет работать. У него пушка сломана. А, сын пытается это, не подавать виду, типа, меня тут нема. Спитер, на! Йо! Ай, насрать! Давай, Спитер! Густая левая. Нет, сейчас она заземлилась. Если Спитер сейчас поедет, Спитер, то... выходи! Выходи! Сейчас не смог. Все, сейчас Спитер горит. Всё.
Блять, сколько раз в эту БМП попасть надо? Два, просто этот самый, первый видно не продамажил далеко. Гонзо, ну, я на вот гореть начала после этого. А нахрена делать ночные миссии без ПНВ? Вообще, ну, ПНВ было, Гонзо, у тебя в инвентаре, скорее всего. Где было ПНВ? Прицел, на, прицел на один, или ПНВ, да, сам. Это одноглазое такое. А, ну может у кого-то было, а у кого-то не было. Нет, у вас у всех должно быть. При старте всем дается. Просто выкинул, наверное, лох. И не заметил. Так Гонзо за талибов играл. Ну вот фонарик горит, теперь светло. Там суп, если чё, без 15 у вас там. Mm-hmm. Всё, надо идти на собрание. А чё с этой произошло с Мишкой? С Мишкой? Я её сбил, она упала на меня, и звук там пошёл. Там стингер по ней прилетел. Да рубим, по обороне проиграла, короче, всё. Ну сейчас, я не знаю, будем ждать. Да рубин, это чё? Да они не найдут ёжики эти. Они не найдут друг друга. Ладно, перемирие чё. Мупс, руби.